Итогами жеребьевки поделятся главный тренер команды «Фортуна» ГФ Константин Анисимов. Костя, ну у вас, во-первых, попала группа из трех команд. Предпочтение было попасть именно в такую группу или с четырьмя командами? Или нет разницы? Да, честно говоря, пока не могу сказать. Мне кажется, что три команды в группе – хорошо. По названию команд, я думаю, они особо ничего не скажут. Любители футбола Санкт-Петербурга – это команда «Иглс» из Дагестана и команда «Арсенал» из Москвы. Может быть, ты что-то о них знаешь конкретно? И как вообще оценишь итоги жеребьевки? Да, итоги жеребьевки оценивать, не знаю, будем, когда сыграем группу, потом будем оценивать итоги жеребьевки. А так, ну, в очередной раз нам попалась команда из Дагестана. Поэтому это уже по традиции, так скажем. Ну, про «Арсенал» ничего не могу сказать, честно говоря, не в курсе. Расскажи, пожалуйста, все ли доехали, как вообще адаптировались, провели ли тренировку, в каком состоянии команда? Да, я доехал, все в порядке. Ребята... Я понял, ты доехал самый первый тут, в 7 утра уже был, да? Да, в данной ситуации ребята еще как раз летят в самолете. Сейчас я через час собираюсь на автобусе поехать за ними, встречать их. Ну, Валера отписался, все в порядке, все сели, все под контролем, хорошее настроение. То есть у вас получается такой фактический старт, сразу самолета, поспали и начали играть. Не, как думаешь, это может быть в минус, может быть, стоило провести тренировку или это не принципиально? Не, ну, конечно, может быть, заминку, размяться хотелось бы, но у нас чисто физически не получилось, потому что ребята сегодня еще задействовали весь целый день для работы, для своих дел, поэтому, в принципе, мы приняли решение, что поедем вечером. Ну, в любом случае, турнир мы планируем не сразу рвать, а будем постепенно, я думаю, что набирать обороты, так что думаю, что все будет хорошо. Может, хочешь что-то пожелать питерским командам? Питерским командам хочу пожелать бейся за Санкт-Петербург, да, друг за друга, отличный ролик. И вообще, конечно, поддерживать друг друга в любую минуту. Спасибо.